Всем привет, с вами Борис, и мы продолжаем воплощать нашу новую локацию. Сегодня мы разберем создание уникальной геометрии для нее, то есть смоделируем статический объект, например, строение, которого нет в файлах SDK и игры. Также мы настроим объект в Actor Editor для вставки на локацию. Присаживайтесь поудобнее, доставайте чай, кофе или чё покрепче. Приятного просмотра! Для начала определимся, что такое статика в игре и с чем ее едят. Статический объект – это объект, не имеющий костей и, соответственно, физики. Он установлен на локации, что называется намертво. Обычно 80% локации – это статика, то есть террейн, здания, машины, стенды и заборы. Список всего этого огромен, я привел краткий пример. Остановимся на строениях. Сегодня мы будем делать два гаража, но они будут различаться. Один будет целым, с делением на сектора, второй поврежденный, без секторов. У вас, скорее всего, два вопроса. Зачем и нахуй... Ладно, один вопрос. Дело в том, что для оптимизации нагрузки движка на локациях применяются сектора. Есть общий внешний, так сказать, улица, и внутренний, это, как правило, комнаты. Внутренних секторов может быть как один, так и дохера. Внешние с внутренним соединяются порталами. В общем, деление на сектора требуется для целых зданий, а для небольших или капитально поврежденных нет. Ладно, подушнил я и хватит. Хватаемся за 3D Max. Начнем с того, что инструменты будем использовать те же, что и в прошлом уроке. Еще добавлю, что разбор идет не в максимальных подробностях. Мы заняты именно моделированием под сталкер, а не изучением 3D Max вдоль и поперек. Такого добра в интернете навалом. Также видео будет ускорено, чтобы не тянуть с норка за холод. Для начала подгружаем модельку актера для масштабирования. Стены и крышу, а также внутрянку мы сделаем из бокса. Для удобства работы включаем прозрачность объекта клавишами Alt и X. Сетка модели включается на F4. Также заранее выставляем положение объекта в ноль для симметричности. В связи с тем, что мы делаем гараж, мы подгрузим модельку машины, опять же для понимания габаритов. Внутренним стенам мы делаем флип для корректного отображения текстур внутри. Далее с помощью шифта и скейла мы дублируем объект. Это будут внешние стены. Не забываем сделать флип для этого бокса, потому что объект-клон был уже развернут. Вырываем верхний полигон для вытяжки крыши. Пользоваться также будем оттяжкой полигона с помощью шифта, а заполнение дыр капом. С помощью велда свариваем вертексы, чтобы ребро стало единым. Теперь технология вырезания ворот. С помощью второго объекта и булеана вырезаем проем. Также это работает с дверными проемами и окнами.
ордером выделяем вырез, шифтом тянем ребра и с помощью привязки по вертексам подгоняем бортик к вырезу. Далее элементом выделяем внутрянку и детачим ее от основы в отдельный объект. Этим самым мы делим объект для секторов. Для понимания внутрянки дадим другой цвет. Добавим детали внутрь. Сделаем карабин. Ёбаный рот этого казино, блядь! Ёб твою мать, красотища какая! Добавим детали внутрь. Сделаем каркас из бревен. За основу берем цилиндр. Отрываем днище и верх и расставляем внутри. Клон бревна делаем шифтом и оттяжкой этого объекта. Сделав каркас, оттачим его к внутрянке. Удаляем жопорежец и актера со сцены. Они больше не нужны. Теперь делаем ворота. Основу оторвем от косяка и с помощью магии шифта сделаем воротину. Подгоняем ее к месту и делаем дубликат. Добавим чутко детализации. Из цилиндра сделаем имитацию петель. Ну, тут днище вверх отрывать уже не надо. Выставляем в ноль пайвоты объектов. Теперь начнем мазню говном. Текстурируем объект.
Пойдем самым простым методом. Материал Editor, Bitmap текстура, модификатор UVDMap для распределения текстуры. Один важный момент. Не забудьте дать имя материалу в его окне, а то потом задолбаетесь искать, где какая текстура в Actor Editor.
Вот и все. Модель готова. Выделяем ее половинки и с помощью плагина HerTools экспортируем ее в RAWDATA SDK. Теперь настроим объект по материалам. Открываем Actor Editor в SDK. Жмем файл, Open и выбираем нашу модель. Переходим во вкладку Surface и видим название наших текстур. Если бы не добавляли имена в материал-эдиторе, задолбались бы угадывать, где что. Итак, настраиваем материал. Выбираем текстуру, жмем Default в графе Game MTL. В разделе материалов выбираем подходящий для нашей текстуры. Настроив все материалы, жмем файл, сейв. Все, модель готова для вставки на локацию. Я это сейчас объясню кое-чего. На примере этой простейшей модели я вам показал, как делаются здания с делением на сектора. Можно было, конечно, сделать красивее, но мне лень. Для понимания системы пойдет. Ладно. Теперь сделаем модель без деления на сектора. Это будет сгоревший остов гаража. Это будет вообще лютая лепнина из говна и хлебного мякиша. Но опять же, для понимания системы пойдет. Второй раз уже покажу просто ускоренную перемотку. Ибо говорить одно и то же по 100 раз смысла не вижу. Просто понаблюдайте.
Давайте-ка теперь подведем итоги. В общем и целом, получили мы вот такие модельки. Первый гараж секторный, а второй чисто остов, который присоединяется к общему сектору улицы. В следующем уроке мы начнем работу в СДК. Будем заполнять локацию строениями, зеленью и прочей статикой. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, с вас оценка, подписка и комментарий. Всем удачи, до новых встреч!